Цього тижня маршрутки таки поїхали по 4 гривні. Щоправда, не всі. Ціну знизили лише на 12 маршрутах. Чому перевізники не поспішають виконувати рішення виконкому і навіть називають його незаконним? Наші журналісти поспілкувались із пасажирами, водіями та депутатами, які аж надто активничають у цьому питанні. Слово кожному дали у народній студії. Вона цього разу працювала на одній із кінцевих зупинок. Сегодня народная студия вышла в народ прямо на автобусную остановку. Это конечная остановка 121 маршрута. Кстати, одного из тех, где должны были снизить тариф до 4 гривен еще на прошлой неделе. Об этом во время инспекции этого маршрута на Красном Камне заявляли чиновники, городские и даже народные депутаты. Большинство людей, которые говорят и обещают о снижении тарифа, и даже те люди, которые его не снижают, сегодня находятся у нас на Брендволе. Мы обязательно дадим слово каждому из них, но для начала мы идем в народ с простым вопросом к пассажирам, как им ездиться, как им стоиться в таких очередях, а это не минимальная очередь на этом маршруте, я это знаю точно, и по какой цене они хотят ездить. Скажите, по какой цене вы бы хотели ездить? Ну, по приемлемой цене. Приемлемо, хотя бы 3 гривны. Почему перевозчики возят по 5 гривен? Они-то не снизили цену. Я просто наблюдала, когда пассажир хотел заплатить меньше, но водитель сказал, это я не хозяин, мне такие указания. У нас на Брендволе гости, с которыми мы познакомились буквально за несколько минут, это Лариса, и я тоже у нее хочу спросить. Лариса, на каких маршрутах вы ездите, по какой цене? И что вообще слышали о снижении, вот более подробно? На 146 я езжу, на 87 по 5 гривен. А иногда даже потому, что по 5 гривен я стараюсь ездить, если попадает на троллейбусе, за гривну 50. Угу. Вот. Какая приемлемая цена для горожан, как вы думаете? Ой, я даже не знаю, это как-то экономически, но не 5 гривен, я думаю. Это как-то должно быть экономически взвешено. Смотрите, буквально 2 недели муссируется эта тема, понижение тарифа. Ну, это здорово, что горожанам так вот хотят сделать хорошо ведь? Ну, может быть, не совсем хорошо, может, просто это для того, чтобы народ как-то волновался о чем-то. Вот. Наверное, это связано с предвыборной, может быть, гонкой. Да. То есть вы думаете, что 26 октября мы поедем по опять взрослому тарифу? Я думаю, что можно и побольше, вот, потому что у нас все непредсказуемо. Итак, 23 сентября на сессии городского совета депутаты инициировали вопрос о понижении тарифа. Откуда вдруг взялись такие депутатские инициативы? Мы хотим спросить у Вадима Рублевского, депутата городского совета. Вадим, вы были на той сессии? Вот, это было не решение сессии, я знаю, но это был, вот, как это назвать, инициатива? Это Дмитрий Грищев озвучил эту ситуацию, поскольку он в профильной комиссии, которая лучше всех разбирается в этом вопросе, у них есть прямое общение с перевозчиками, то, наверное, это звучало логично. При том, что, наверное, все остальные депутаты однозначно поддержали это решение, потому что если снижение тарифов, это всегда хорошо, это легче для жителей. А вот жители говорят, жители и потенциальные пассажиры, что это предвыборный пиар. Вот я цитирую Ларису. Ну, вполне возможно. Знаете, как бы у меня был разговор с Дмитрием незадолго до того. Он говорит, что они занимались этим вопросом еще с марта месяца. Вот, и он якобы предупреждал переводчиков, что когда произойдет снижение цен на топливо, то цены будут понижены, то, соответственно, будет снижен тариф. Ну, если это так, то хорошо. А да. Тут еще и совпало. Он в мае пообещал, тут еще и совпало, в принципе, да, сейчас, как в раз. В выборах, конечно, это выглядит однозначно как предвыборный пиар просто и все. И действительно есть опасения, что 26 числа вот никто уже дальше никакой работы. Опасения есть не только у пассажиров и избирателей, но даже у депутатов городского совета. Мы приглашали сегодня в нашу народную студию прямо на остановку того самого Дмитрия Грищева, депутата городского совета и руководителя депутатской транспортной комиссии. К сожалению, он не смог к нам прийти вот прямо на Брендвол, но мы нашли время с ним встретиться несколько позже. И вот что мы от него услышали. Давайте послушаем. Тариф в марте месяце, когда стал вопрос о его поднятии, принимался с использованием инструмента под названием «Акт временного действия». И главное слово в этом документе было «временно». И именно тогда, в марте, было сказано всем перевозчикам, что городской совет идет к ним навстречу. После того, как началась динамика снижения основных составляющих себестоимости проезда, то было заявлено неоднократно, что, господа, начинайте работать с департаментом, начинайте готовить подтверждающие цифры и документы. Очень мало перевозчиков смогут честно защитить тариф свыше 4 гривен. Почему?
Потому что у них не хватит аргументов. Я это помню по марту месяца. Были жаркие баталии. Мы проверили 25 предприятий претендентов-участников. Вот по билетному учету некоторые предприятия показали, что машина, один автобус в день перевозит там, 60 пассажиров. Как они защитят тариф, если мы, ну, даже прохожий любой знает, который ездит на маршрутке, что ну, она провозит ну, минимум в день там, 300 человек. Да? Но многие люди, вот я их цитирую, считают это предвыборным пиаром и боятся, что после выборов вообще вся эта ситуация по снижению тарифа уйдет на нет. Ну, смотрите, на самом деле это не предвыборный пиар. Вот когда тариф подняли, они же не говорили, что это предвыборная агитация. Ну, им не нравилось. Почему тогда, когда мы сегодня возвращаемся просто в свое поле, то люди это прям... Просто так получилось на самом деле. На следующий день после сессии городского совета было заседание исполкома городского совета, и там сразу же было принято соответствующее решение заставить перевозчиков снизить тариф до 4 гривен. Почему вдруг исполком принял это решение? Главное, чем он руководствовался? На этот вопрос нам ответит заместитель директора транспортного департамента Лещенко Александр Николаевич. Александр Николаевич, чем исполком руководствовался, когда принимал такое вот решение? Основанием для снижения тарифа это основное снижение топлива уже более чем на 30%. В законе прописано, что в случае изменения стоимости топлива более чем на 10% пересматриваются тарифы, вне зависимости... Перевозчиков немножко другое мнение, я знаю, по поводу снижения стоимости топлива. Я позволю себе их процитировать. Перевозчики, вот извините, скажу как есть. Они говорят, что исполком своим решением на них давил. Как вы на них давили? А может быть, вы их не додавили, потому что они не все снизили тариф? Абсолютно никакого давления нету. Все принималось на исполкоме методом голосования. То есть все депутаты поддержали данное решение. Настало время дать слово самим перевозчикам. Вот здесь у нас Александр Анатольевич. Он представляет автопарк 11205. До 4 гривен никто цену не снижал. Во-первых, это убьет полностью перевозки в город. Это война, не война, а как бы пресс длится не один год уже, когда перевозчиков загоняют все глубже и глубже. Решение горсовета, горисполкома, извините, прошу, оно незаконно само по себе. Почему? Потому что когда мы повышаем тариф, от нас требуют расчетов, которые должны обсуждаться 20 дней с общественностью и с перевозчиками. После этого принимается решение по повышению. Слушайте, как вы думаете, почему вы так вас, вы говорите, заставили, да, заставляют снижать? Я считаю, что это политический пиар перед выборами. У меня другого объяснения нет. Здесь мнения перевозчиков и пассажиров совпадают, как это неудивительно. У нас ссорят перевозчиков и граждан, ссорят между собой. Получается конфликт. Две недели перевозчики держат оборону, не снижают. Ну, некоторые снизили, большинство не снижает свой тариф. И сейчас подали иски в суд. Подробнее об этом спрашиваем у Андрея Васильевича Берчука. Он возглавляет профсоюз работников автотранспорта. Действительно, будете бороться в судах? После предвыборной кампании начнется в суде. Уже боремся. Я был на исполкоме, я был на комиссии, заседал. Мы выступали, мы вносили предложение конкретно. И члены исполкома поддерживали нас в том, что давайте не спешить, давайте не ломать, давайте сядем с перевозчиками за стол переговоров и на каждом конкретном маршруте обсудим ситуацию. Столкнули пассажира-водителя. Зачем, спрашивается? Кто-то пиарится на это. Есть случаи, когда они подрались? У вас такое слышали? Не дай бог. Насчет подрались я не слышал случаев. Слава богу, что до этого нет. Конфликтов таких есть, создаются. А водители... Смотрите, пассажиров тоже можно понять. Пассажиров тоже можно понять. Они услышали по телевизору, что едем по 4 гривны. Конечно, они хотят, и они отстаивают свое право на это. Мы понимаем. И поэтому мы говорим, что мы согласны, перевозчик согласны сегодня возить и по 2 гривны, и по 3 сегодня возят себе в убыток. Но пусть заказчик найдет возможность компенсировать эти убытки пассажирам. Сегодня мы дали возможность высказаться максимально всем желающим. И на сегодняшний день цену до 4 гривен снизили уже на 12 маршруток. Процесс идет. Очень хочется верить, что во вторник максимально большое количество маршрутов все-таки поедет по сниженным ценам. А еще очень хочется верить, что после окончания выборов цена останется такой же сниженной. С вами была Народная студия. Мы готовы выехать по любой проблеме к вам на место. Звоните и пишите нам.